Порт Майами расположен в заливе Атлантического океана на искусственном острове Доджайленд. Относится к числу крупнейших грузовых и пассажирских гаваней США и крупнейший порт Флориды. Круизный порт Майами является самым большим в мире по пассажирообороту. В 2019 году было обслужено рекордное количество пассажиров – 6 миллионов человек. На такси от метро до ближайшего круизного терминала всего 2,5 километра. Стоимость такси из аэропорта до порта около $25.